Благослови, Господи, силы, укрепляющие мои пальцы на войне и в этом бою. Надежда моя и опора моя. Благодать моя и мое избавление. Защита моя. Тот, на кого уповаю я. Беги, малыш. Блять, танк! А я застрял. Так, вижу танковую поддержку, вижу этот дом, уже выдвигаюсь. Зимняя юниформа нужна. Блять, ну посмотреть можно было бы. Чё, ну ты оптимист, да, Арсюх? Зимняя форма сегодня, ну ты оптимист, блядь. Чё, ты будешь? Ладно, если хочешь, хуяч на голову. Ну, кстати, на один метр. С биноклем, типа? Нет, с винтовкой. Снайперской, типа? У меня еще нет ее. Бля, на какую гору я пока не ориентируюсь здесь? Я у дома, куда мне? Справа. Так, смотрю сейчас. Ага. А, вижу тебя, иду к тебе. Ебать, ну, бля, Арсюк, тут снайперка пиздец нужна. Там такая позиция охуевшая на горе. Есть, я, блядь, побучил. Все, блядь, Егор, там как бинокль, ты целишься далеко, через несколько экранов. Наводишься и стреляешь, блядь, я ж пользовался. Только не забывай про то, как ты какого-то огнем управляет. Да понимаешь, что говно ебаное. Все, блядь, попробуй, блядь, ну я ни разу не пробовал, нахуй. Столько наиграл, ни разу не держал в руках даже. Танк вот приехал, танк. Блядь! Я лезу. А мы не в два танка, один дымящийся, сука, пытается съебаться, тварь. А, там еще, ебать, я вижу их, короче, базу, и там у них припарковано. Третий танк к ним подъехал. Значит, там у них целые... Четыре, ну там последний какой-то не танк, а какая-то гаубица, понял? У него башня, типа, летая такая прям. Я понял. Это серьезно. Ну он вроде стоит просто у базы, знаешь, как тут... Его бы угнать вообще оттуда, спиздить. А, он сразу заправленный, типа баг, ебать, куда я все тут? Блять, у нас позиция охуенная, блять, снайперку, блять. Ну, базуки, все, это все у нас есть. Ой, блядь, тут все, им пизда. Отсюда с горы можно в окопы хуярить прям. А, меня уже нахуярили. А! Нам тут медик нужен вообще. Да я что-то, блядь, застрял вообще в этой... Ой, я застрял. Где? Да похуй, все. А так не можешь? Мало ли. Ладно, не такая имба. Ты хуй нихуя не делаешь и ничего не получил. Благодарность. Типа ты не участвовал в этой войне. Блять, тут мотоцикл. Мотоцикл на горе, ты видел, блять, как они его сюда завезли? С другой стороны. А, там не гора с другой стороны. Блять, мина. Так противопехотные мины ездят туда, такие маленькие. Егор, го со мной туда? Сюда. Ну вот сюда, вот где мотоцикл, дальше попробуем пройти, разведаю. Есть этот? Рация, да. Нет. Бинокль? М? Бинокль. Да, бинокль, рация, все есть. Ну мне бы, блядь, с кем-то бы пойти было бы вообще шикарно. Там наш Watchtower стоит.
Походу наши дебилы мотоцикл прокинули этот. Колониалы они такие, да. Там нормально продвинулись, кстати, уже. Да. Мотоцикл стоит, шуршит, глохнет там, блядь. Не, ладно, неху там разведывать. Че мы сразу отсюда не напали, блядь? Хуевшее место просто. Ну тут снайперка нужна, я не типа я цел, ладно. Надеюсь, вы рядом где-то уже подъезжаете, да? Короче, похуй, я пошел, блядь. Первый снайпер на этом, блядь, гексагоне. Пошел к вам навстречу. Мы еще. Считаем секунды, с которой он провел этот снайпер. Да блять, я в смысле, да иди нахуй! Просто, знаешь, такой подбежали, что он сзади, сзади потибегали, знаешь, вот это, блядь, охотник на хэмбар, чисто, блядь. Свои же захуярили, блядь, крыс. Локет, блядь, да ты охуел, сделал, ну, типа, чтобы для отряда открыто было. Я тебя сейчас собью, отойди, пожалуйста. А, извиняюсь. Я тебя сейчас собью. А я не вылю. Сейчас будут ставить на дороге, нихуя. Давайте. Я не вылю. Ну, я хочу так поставить, чтобы она не мешала, мы отсюда будем брать вещи. Давай и дальше проедем на ней, не? Вот так и сделал. Ну, только ты не туда поехал. А на нее можно штыку ебать? Нет, нельзя. Ну, целиться с нее там, блядь, секунды три надо держать. Ты лег, блядь, лежал. Да, да, ну сейчас там, блядь, гора охуешь, там такая позиция снайперская, это пиздец. Патрон только сейчас наберу, блядь. Ебать тут горы, блядь. Арарат, блядь, ебаный. Угу. Ну все, блядь. Да похуй на твои, блядь, танки, тут снайпер пришел. Да хуй снайпер. Что ты сделаешь танк, блядь? Танку застрелю водилу, блядь. Так, пробегаем этот велосипед, как скутер, блядь. Влад, ты зря, конечно, сюда пришел. Тут месиво ебаное. Да, во-первых, тут месиво, во-вторых, там два танка. Гриша, тебе пизда сразу. Ой, Гриш, да, там реально не стоит там стоять. Ой, без светила, конечно, тут ничего не сделаешь пока. Там дальше мост. А, да, да. Хотя если прорвемся, думаю, что-то пожечь можно. Тут окопы пока слева снимают. Там хекетсер, блять, или что да, это такое? Да. Копье. Ну выглядит жестко, да, маленькая. С пушкой дебил, ебанутый. Не, у вардов техника, конечно, покруче. Снял, снял. Ну там артиллерия, да, вроде клонялов артиллерия, ёбаный. Вот как у тебя сливёвый, там сидит, смотри, вот эта окопка. Блять, у меня прицел секунд уже 8 сводится. Какой-то второй, то вообще окурок, блядь. Я все еще. Ну все, я прицелился до талого, блядь. Минометный танк, блядь, у меня второй. Ой, хорошо. О, пошло, добро! Пизда, я сейчас буду душить их. Ой, слушай, а я должен там быть, блядь. Ты должен там быть. Как туда? Надо в левый, да, вот, ну, в дальние мне нужно. Там их прям вообще тупо. Они технику покинули, все, пизданули хетсера. Дай ему гусеницу нахуй. Его подобрали и взяли в руки, что, блядь? А что с танком случилось, пацаны? Ладно, я его нашел позицию. Чувак его просто подобрал. Ладно, жду следующую светилу. Егор, ты куда-то, ты вниз упал, да? Да. Там вы в окопах уже? Да, там слева пошли. Нет, ну. Там где перекресток такой будет рядом с танком слева от дороги. Да, вижу, вижу, там пулеметчики баны. Еще один танк, это их, да? Там...
Ой, бля, у меня бинтов нету нихуя. Нахуй снял! Ха-ха-ха! Ебанул! Пулемётчика? Нет, челика какого-то стоял, да ебал он чел, стоял, ебал он щелку, ты цени тут. А как метки давать? Сейчас я точно должен знать, как ты даже. Как-то можно, как не помню. Ебать, чел стоит, ебалом щелкает, просто птуньки нахуй нету. Свет нужен, блять. О. Pull out меню на H. Сейчас метку дам. А почему я не могу дать метку? В бинокле нельзя метку давать, говно, блять. Левый окоп занят от дороги, нами, надеюсь? Нахуй, медика, бля, я просто... Пацаны, я реально их окопы простреливаю там. Хорошо. Там пулеметчик заебит. Я думаю, ты его сможешь снять. Он прям на углу. Где именно, под нами который окоп? Или слева? Дальше, нет, справа или слева? Слева, ага. Ну там, блядь, сейчас света нету. Тут вопрос только, блядь, вижена. Ладно, я направо окоп даже не трачу время, а то, блядь... Наводится долго, пиздец. Перед вами окоп занят. Да, перед нами занят, но я думаю, там парни разберутся. Смотрите, не умираете, там это закончились. Да, и снайперка у меня в руках, парни, надо сейвить. Кто-то рядом вообще есть из вас со мной? Я так-то смотрю вдаль, я вообще. Я себя не вижу, я смотрю через себя, как через бинокль. Бля, я думаю, у них тоже со снабжением все хуёво. О, пошло добро, блядь. Уже медиков подводят, все нормально. Медицинский этот, грузовичок приехал. На, в ебучку, боже, я реально их ебу. Сводится долго, пиздец. Я понимаю, почему на снайперках не играют, это пиздец, терпение надо. Секунды 4 после выстрела сводит. А, я очень расстроюсь. Ну пока я, блядь, забей, я реально сижу сверху, хуярю в окопы людям, ебало. Обидно только то, что ты выстрелил, ты секунд 5 ждешь, нахуй, еще раз. Так, стой, сука, куда собрался? Блять, успел присесть. Я пока стоял, я пойду покурю. Давай. Мне место в этой пока мете нет, скажем так, блядь. Так, Демянчик, ну ты жди пока момента всего, да. А, свет ушел, сука. Блять, ну это пиздец, реально выцеливать их сложно. Дайте свету. Скоро рассвет, им пизда, я так начну душить, блять. Ну у них три танка сюда. Уярят. Не, ну их там накидывают, ладно, они выезжают, там с горы накидывают, хорошо. Можно, конечно, по трассе попробовать их поебашить, но чё толку, блять, если я не увижу, как я их убиваю. Ты клипсами обычно стреляешь? О, я стреляю 72, да. Вот этой вот клипс. Ну как это, блять, хуйней. Свет. Свет, ну на нас, блять. О, кстати! О, ебать, вижу, заебистого, блять. В ближнем окопе у них. Бля, они уже рашат нас сюда гору. Пацаны, нам тут огнеметчик на горе скоро понадобится, Арсюх. Сука. Успел присесть. Арсюх, ты где? Бля, они хуярят по горе уже, парни, мы теряем ее. Стратегически важную гору, блять. Да, там налево танк один, они оба сворачивают от дороги. Налево от нас, направо, если вот как бы их передом смотреть, повернули направо. От горы отъехали.
А чё, нас пушат, блядь? Да, ты бы на гору пришел бы, блядь, с огнеметом, уже бы дефал, блядь, ее, потому что они уже потихонечку. Пиздец, я так за бункером лежу, просыпаюсь, танк на дороге на меня смотрит, врач. Охуенно, блядь. Все, иду на гору, поднимаю. Они типа да, потихоньку, они уже потихоньку пытаются, так понимаю, подниматься. Они на фанере уже на этом? Да, были на фанере. Вижу, хуя с РПГ, сейчас навестись. Сука, я тебя ебну, тварь. Бля, этот мотоцикл занят нами? На горе какой-то. Это вроде наш, но он ну сломанный же. Нет, я имею в виду местность, тут нихуя не видно. Где мотоцикл? Да, мы. Я на самом верху там на камне увидишь, на самый верхний вот. Вижу тебя. Ну вот. Пытаюсь что снять вот хуя с РПГ. На, въебало, блять! Как он выживает, сука? Ладно, он долбоёб, он не пытается уходить оттуда. Ща я его ёбну нахуй. Сука. Чё тут дефать-то, Влад? Я не знаю. Ну, сейчас все нормально. До этого был пиздец, они прям по фанере уже по нижней шли. Хорошо. Влада там. Влада рили своя игра тут, блять. Давай, я сука, подними ебальник. Мы... Ой, бать, там танк, охуеть. Слева танк, Влад. Я понимаю, ну я ж чё со снайперки ему сделаю. Я там пытаюсь не пускать их. Сейчас въебет, блять, кривой мудак. У него еще есть. Бля, он сейчас, он мою позицию выдает, этот гандон. Они там копать начинают, блять. Что делают? Ну, разметили окоп копать. Сейчас будем копатели ебать. Подо мной прям он. Я понял, нахуй. Я теку! А у меня бинтов нет. Не, мне тоже бинтов нет. Пиздец. Ассист, блядь, Егор, давай спасай. Егор, помоги! Блядь, сюда накинули, блядь. Пиздец, гандоны, сука. Ладно, я отступаю. Блядь, там что-то тяжелое слева подвезли. Они там, блядь, проблема в том, что они там построили этот металлический прям бункер. Да. Подъехала тачка, блядь, нормально. Меня есть, ну шо. Проехала. Там Гриша ранен, Егор, видишь над тобой? На. Разъебали. А, это суицидное? Ничего, все. Видишь, там пулемет хуящий, блядь. Да. Я хуею, что они там реально вот, когда я говорил, что они размещают, строятся, что они построятся смогли. Не, та гора у вас там, да, вот, ну, тот хребет там пиздец. Хребет смертников, блядь. А, да сейчас уже ночь заканчивается, блядь. Танк отступает нахуй стрим. Ебать, они грузовиком пытаются там заблочить. Или я не понимаю, что грузовик пытается сделать, блять. По нам еще сюда хуярит. Осторожно, дед. Блять, вот панамарта хуярит. Панамарта ебаши, да. Ебать, все погорят, да. Видишь, там кого-то. О, блять, нач... Все, я их вижу. Теперь я их вижу. Пизда им. Ебать, их много там. Пиздаем, блядь. Какая же им пизда сейчас будет. И снайпер второй работает, нахуй. У нас тут снайперская пара ебашит. Гриша спас. Хорош, Гриш. Пулеметчик, ты снимешь? Тут очень хорошее управление. Да, просто перестреливаться. Главное, чтобы оттуда не снимали. Вот тебя попасть на позицию. Нормально, не? Там прям только что туда прилетело. Ну это арта на рандомно. Ну я не могу отсюда уходить. Бля, вот этот чел, который взрывался на грузовике, кстати, грузовик встал. Ну я думаю, там как раз можно всякими, да, гранатами закидывать. Попал. Сука. Да, блять, они как-то чувствуют, блять. Шестое чувство им подсказывает, надо, блять, когда я навелся. Приехал танк у них, берегись.
Он какой-то крутой, это у него раскат. Да. Ебать, слышишь, это грузовичок едет, строитель. Бронирован, слышишь, блять, мне кажется, Уганда технологии, надо тупо это добавить в секторит. Пулемет, блять, вот хуйня. На берегу еще два танка. Уже, там уже 5 танков получается. Нихуя, они уже к дому прошли, ебать. Мы отступать сейчас будем, похоже. Да. Все, да, обломки отдали дома. Я обломки дома сейчас буду ебашить, простреливать. Ну сейчас, да, по полю. Но они, видишь, тоже хитрые прячутся. Сука. Влад, ты уже все, это уже перебор, надо отходить. Выше. Ну я, блять, они там пиздец подставляются, я должен еще пострелять. На, сука, снял одного. Не кайфово на самом деле, я начинаю понимать, блять. Там вроде хантер, да, давай, типа, есть. Да, не, она все прикольно, типа, я стреляю так, куда никто не стреляет. Ну, сука, это так долго хуйня сводится, пиздец. Там чел начинает что-то теребиться, пизда, все, ну, ты за ним чуть-чуть прицел миллиметр двигаешь, он тебя разлетается. Ну, все очень тяжело, блять. Это надо реально просто целиться в какое-то место, ну, потенциально где-нибудь пробегать. Типа, когда кто-то будет пробегать, ебашить, за кем-то вести прицел, это типа Unreal. А тебе прикинь, ты если... Если бы я сидел с пулеметом, я бы никогда в жизни оттуда не дострелил. В этом-то я тебе объясняю, в чем прикол, что я стреляю нахуй через забеешь. Через все, блядь, туда в тыл. В тыл к ним, блядь. Я хуярю вообще челов, которые строят, понимаешь, которые там третий, блядь. Ладно, все, пора воевать, я пошел. Да, приехала хуйня мелкая, блядь, с обручем на голове, что это, блядь? Обруч, блядь. Да, блядь! Сука, он просто доджит пулю, блядь, гандон, ёбаный. Стоит строила, ёбаный, дрочит, нахуй, я свожусь, блядь, только я стреляю, он сразу такой в сторону стрейфится, блядь. Четыре, блядь, трили, нахуй. У них, блядь, реально какой-то баба, которая из радуги, это, блядь, ой, из радуги, из ореха, который когда со снайперки целишься, мне типа шепот, ну, подсказываешь, типа, на прицеле, блядь. Рейв, блядь, во, блядь, у всех такая хуйня, по-моему. Есть. Влад, сзади, сзади уже идут. В смысле, блядь? В прямом, достал, блядь. Достал пистолет, где? Да, я упал. Блядь. Лучше съебывай. Я, короче, просто бегу нахуй. Блять, я похуй. Давай, Арсюк, погнали. Блять. Прыгаем, блять. Ты упал? Ты жив? Да. А, беги. Отступаем, блять. Бля, я ногу себе сломал, все. Говорю, брат, давай. А как перебинтоваться? Скажите челиком, если вы можете. Три нажми, если есть бинты. Да уже, блять. Ничего не происходит. Ладно, бегу. Ты где? Ты за домом, да? Вижу? Да, я в пивбокс вот этот залез. Он хуёвый. О, блядь. Шеф, я грузовик, устал. Грузовик ёбает, блядь. Я не знаю, где наша позиция подъебаться. Сука. Что, копать нет? Блядь, танк! Меня накоцал. Слышишь, а погнали? Ты сдох сейчас, Егор? Терминус снизу справа, видишь? Давай туда заспаунишься. Блин, вообще уже заспаунишься. А? Я уже заспаунился. Блядь. Да, я туда погнал, посмотрю в магазин. Бля, я раненый ползу. Thank you. Abandon war, thank да, you. Да, кстати, посмотри там, если... Я хочу там магазин, блядь, игрушек, нахуй, там ёбнешься, там просто пиздец.
Пиздец, они нас откинули, рели, обратно, считай. Вот. Они нас откинули туда, где мы начинали, вот, помнишь? Вот мы пришли первый раз, вот мы уже здесь. Мы уже здесь, да, вот в этой хуйни всей, блядь. Ну, у них техники дохуя, они реально сюда сил много стягивают. При том, что у нас нихуя, блядь, там просто в какой-то момент сплаев нету. Блядь, танк просто на меня едет. Да, как-то надо арту перевести. Блядь! Мы потеряли пулеметчика. Ладно, тут нахуй прочел. Один раз из огнемета, полсекунды пули. Он вообще в упор пойдет, то есть открытый огнемет не имба. Мне надо дальше отходить, это хуёвая позиция для снайпера. Терминус называется, сипор. А, там, да, там. Застрелил, есть, ебать. Слушай, а с окопа по окопам, нахуй. Даже удобнее стрелять. Блядь, танк! Я, короче, для того, чтобы умереть, забежал в ёбаную дырку из-под арты и запиздил Вартона руками, чтобы я потом там умереть. Жёстко, блядь. Ну и зато как мужчина в бою, блядь, по заветам Гриши. Вот это все рельсы, это же построено, ну, игроками, да? Блять, у нас огнеметы, нахуй, парни, пиздец. А вас уже там отжали прям там. Да, уже дальше, чем мы были, блять, нас прижимают, там огнеметами, блять, выжигают. Уже просто со снайперки по окопам хуяри. Ну, кстати, снайперка вот сейчас себя показывает нормально уже. Вдоль окопов так простреливаю. Две, они тут есть вообще? Хаулер обычный? Вот, нет, вот, нет. Крейтов 3. Мне надо одну штуку. Вот, топливо, найди где-нибудь, метни с топливо, заправить, или патрол, и патрол. С чем, блядь? А, заправку? Да, я хаулер сначала делаю. Шип, топливо, интерак. И как его загрузить? Нахуй в спину! Вам, ну, водила нужен? Да, конечно. Я сейчас, да. А, блять, меня поднимают? Ладно, сейчас я тут довоюю. Пока грузы это занят тут порт, я перекурю, скажу. Тут две баржи загружаются. Спасибо, я твой должник. Выстрел себе в голову, да, блин? Тачки в гараже. Штыковую нахуй сейчас пойдем, короче. Блять, там уже, блять, чел паникует, орёт, блять.